Олексій Поточняк народився в Челябинській області. Олексі було 13, коли родина переїхала до України. Батько родом західної. А мати, до речі, зараз живе саме в Росії. Він родом 47-го, а в 49-му їх виселили оттуда і привезли в Славніколаївську область. Там в течение двух часов собрали вещи, ему было 2 года всего. Хотя дед прошел войну всю, ранение было, ордена есть, орден и медаль есть. Вот. Ну вот, не пощадили, то есть выселили. На тот момент было 3 детей, да, у них. Когда мать узнала, что я иду на службу, именно в тот момент, когда война эта вся началась, вот от нее прозвучало, что, мол, сыграла папе на кровь. Тому що, ну, там, будемо говорити, як вони називають, бандерівці. Війна для Олексія почалась з Майдану. Він підтримував всіх, хто наважився на протистояння, але сам так і не поїхав, про що зараз жалкує. В той час Олексій Поточняк був співробітником Укртелекому. Через поїздку міг залишитись без роботи, а у чоловіка 2 дітей. Втім, лютому 2014-го, коли почалась мобілізація, одразу пішов до військкомату. В понедельник я прийшов военкомат и записался, ну, записали в добровольце, ставил номер телефона контактный. Это, по-моему, февраль месяц, что-то середина февраля, по-моему. А уже и тянули до мая. Дело в том, что по возрасту я, получается, не проходил. Солдат, 42 года, 3 раза вызывали, вот, повестка приходит, приходите в военкомат, приходишь, сколько вам лет? 42. Не подходите. Я говорю, так а что вы тогда вызываете? Я думал, что уже давно... А тогда вот в Октябрьском, возле старого ДК, забирали, ну, много пацанов тогда, загрузили, что 3 автобуса, потом ждали в очереди остальные. Вот. Я, в общем, эту сумку занес в военкомат, говорю, ну, что я буду туда-сюда вещи таскать? То есть уже в мае месяце, по-моему, там они приняли закон, добавили возраст, вот, по 5 лет добавили, уже тогда уже забрали в батальон. Батальйон, про який йдеться, 19-й батальйон територіальної оборони. Втім, служба виявилася не такою, як прагнув Олексій. І в середині літа він та ще кілька добровольців намагалися перевестись до інших військових частин, які в бойових діях брали активну участь. Спробували спочатку до спецпризначенців в батальйон Миколаїв, але туди переводом не можна було. Друга спроба вже в середині серпня до 3-го батальйону 79-ки. Хоча до бригади хлопців перевели, до «Феніксу» вони так і не потрапили. Отправили мы отношения со списком, кто хочет. И 22 числа, 21 вечером пришли документы на нас. Вот. Это август. Да, август, да. И нас перевели, вот посадили в автобус 22 числа, мы переехали уже в бригаду. Нас отвезли, и все, мы, то есть мы уже десантники. А 20... И куда? Именно в «Фенікс» 3-го? Нет, вот мы попали, нас привезли не в «Фенікс». А вже за кілька днів – збори та виїзд на схід. А 26-го ми вже виїхали відсюди, днем, що-то в обід. 27-го ми вже були в Донецькій області. Вот. А 29-го утром ми вже розгружались в Слов'янськ. Ми довго чекали в Ізюмі, там, ну, платформу повинні були подогнати, повинні були там розгружатися. Ми часа, мабуть, 3 стояли, видно, платформи не було для розгрузки техніки. Приїхали в Слов'янськ і от... Тому що запам'яталося, 29-му день народження. Звідти до Краматорську, де військовим дали кілька днів на облаштування та адаптацію. І перший бойовий виїзд. Це був рейд, коли, виходить, з Іловайська, там пацани виходили. І там, я читав от недавно, по-моєму, міністерство, хтось з міністерства розказував о цих от іменно событиях, що ганяли ВДВшники, там не пишется, не указывается, кто там гонял. В общем, ну, ВДВ гоняло там. Просто создавали, я так понимаю, видимость присутствия войск, что их там много. Вот как раз в то время мы еще встретили батальон наш 19-й. Никто же не знал, что они тоже поедут куда-то. Мы все думали, что, ну, так вот будем сидеть в городе. Да, вот у нас здесь и вот мы выезжаем, там называли кладбище. Там так в елочках кладбище. Потому что там перед нами стояла какая-то бригада, вот я не помню. То ли батальон какой-то, тоже ТРО. Вот. И они сильно попали там под обстрел, там куча сгоревшей техники была. То есть вот когда уже видели, ну, кучу вот этой техники сгоревшей, потому что, ну, там много было. И так вот негласно называли кладбище. Мы выезжали оттуда уже по направлению на место дислокации в Краматорск, а они заезжали на эту территорию. И они еще так получилось,
Ну, нету ж ни тепловизоров, ничего. Они ехали в касках этих, еще советских, будем говорить. Только звезды там позатирали и все. Вот. И мы их встретили, ну, ночь, темно, там, слышим же, ну, видим знакомая техника и голоса. То есть, ну, даже Коля, вон там, начали кричать, откуда? С города, с Николаева. 19-й, да. В общем, там еще даже пацаны успели соскочить, с кем-то там поздороваться. Протягом цього рейду, незважаючи на незначні бійки та краєвиди, які відкривалися з понівеченою технікою, ще не було відчуття реальності того, що відбувається. І коли ще не столкнувся з цим, ну, згоріло і згоріло. Тобто ти згорівша железяка. Отак говорю. Ну, не було присутствия, не було розуміння того, що там може, можливо, хтось загорів, хтось погиб. Тобто нічого нету такого, ні тіл, да? Ти ж не бачиш нічого. Тобто ще осознання от цього не було. Что кто-то погиб, кто-то раненый, кто-то, хотя там же тоже в тот момент видно, кто-то и погиб, и 300-е, 200-е были там, я так думаю, что в любом случае. Вот. Но ощущение того, что вот смерти не было, вот как-то не угнетало. Ну, это все в новинку, оно все, вот глаза вот такие гоняешь, хотя усталость, по-моему, усталости даже так не ощущалось, потому что это ж, ты встали, днем останавливались на там, 15 минут остановились, успели перекусить, что там, ну, там по нужде сгоняли, поехали дальше. Только отъехали, смотришь, вот то место уже накрывают, смотришь, что там разрывы, то есть там и градами накрывали и так далее. Вот. Ну, видно, они тоже отслеживали, кто где ездит. То есть риск был большой, но никто ничего так не понимал, не осознавал. Не, возможно, командование, да, осознавало, потому что больше 10-15 минут нам стоять не давали просто. Видно, они понимали, что есть, на месте нельзя стоять. И так 5 дней. Серьезнейшие відчуття з'явилися трохи пізніше. Немного почувствовали, когда там, я так понял, что мы разбили группу дорожную. Потому что была команда «Огонь справа», да, противник. Вот эти 5 дней. Да, да. Мы проезжали какую-то лесосмугу, там был доклад от разведчиков, что там стоит группа. Там, по-моему, было 2 КАМАЗа, БТР, там еще какая-то была. В общем, в лесополосе. И вот вся колонна это проезжает, и все огонь туда. То есть противник справа и пошел. Объехали эту лесосмугу, там буквально 50 метров до края лесосмуга. Стали на поле, еще пошмаляли. И потом... Мы, по-моему, уже вернулись, были такие данные, что разведчики подобрали там человек, наверное, 10-15 пацанов русских, их, ну, в плен взяли, все. Ни документов, ни мобилок, ничего. То есть, ну, заблудили. Нас привезли, мы постояли, такие ободры, ну, видно, пострадавшие. А там, конечно, остальные погибли, я так думаю, потому что потом, я так понял, что там еще там чем-то накрыли их, наши уже. Вот тоді вже почали розуміти, що щось происходит. А от повною мірою, якою може бути війна, Олексій відчув вже тоді, коли був в башті Донецького аеропорту. Якщо раніше в полях була можливість сховатись, десь поїхати, з вежі подітись нема куди. Сподіватись могли тільки на волю Божу. Третя рота була 3 БТР, три відділення. Це один взвод ось приїхав. Приїхала перша рота і третя рота, тільки один взвод. Три відділення, 3 БТР. Поступила команда, мы уже стояли внутри в новом терминале, поступила команда к машине готовиться. То есть все стоят с вещами на выход. Должны были снова переехать в старый. И была, сначала была команда первое и второе отделение. Я был в первом отделении, Коля был во втором отделении и третье было отделение. Вот. Была команда первое и второе отделение к машинам на выезд. Ну все готовы, стоим, прибегает... капитан, я не помню фамилию сейчас, отставить, значит, на выезд второе и третье отделение. То есть первое отделение осталось, вот наш БТР остался. Хотя поначалу должны были наши и вот Колин БТР выезжать. Вот. Мы остались, еще так обнялись, попрощались, ну, как бы. Вот, они поехали. И вот буквально проходит там 10, ну, 15 минут максимум. То есть забегает один, заносят второго. Еще через какое-то время заводят Колю Морозова. Не помню, еще кого-то привели. Обожженные. Принесли Колю Надворского. И вот еще кого-то. Ну, короче, Колю принесли почти к ранним, потому что был самый тяжелый. Вот. И он жмет мне руку, говорит: «Леха, не повезло». Я говорю: «Так,
Коля, смотри, целый невредимый, что мне-то не повезло. Он говорит, так нас-то сейчас вывезут, а вам-то тут еще оставаться. Пригадую Олексія, ще одного героя нашої програми – Аліма Бороденка. Хоробрість на межі з безрозсудністю Аліма тоді в терміналі надзвичайно вразила його. От мене удивило, що Алімчик, поведення, він вже позже прибіг, прийшов позже. Ну от така безбашеність, будемо говорити. Тільки що ж виліз з бетера підбитого, і нам треба було переїхати з терміналу на башню. Там, в принципе, рядом, там, ну, езды-то там пару минут. Но вот это вот залезть опять в беттер и куда-то ехать, то есть, ну, вот, ну, молочага. А потім був переїзд до Вижі, де Олексій провів близько тижня. Але цю розповідь ми залишимо для наступної програми.